11 лет образования за партой школы, от 4 до 6 лет в вузе, ежедневная работа за компьютером отнюдь не способствуют гармоничному развитию человеческого организма. К 30-40 годам значительная часть населения имеет неправильную осанку, проблемы с позвоночником и другие, связанные с этим болезни. Малоподвижный образ жизни грозит инфарктом, инсультом, остеохондрозом. Эти болезни молодеют с каждым годом. Вас беспокоит сердце? У вас болит спина? Для тех, кто знает, что движение – это жизнь, жим-баланс. Жим-баланс совмещает кардиотренировку с эффективным растяжением позвоночника и постановкой осанки. При ходьбе на жим-балансе балансиры, сравнимые с весом тела, разгоняются постепенно, не позволяя сделать резкие нагрузки на растяжение. А после разгона инерция балансиров дает нужный тренировочный эффект. Массивные грузы растягивают человека и заставляют его тело работать. Человек выполняет эффективную кардиотренировку, прокачивает кровь по всем тканям и сосудам. Таким образом, ритмичное растяжение позвоночника, сопряженное с одновременным усилением кровотока в облегающей области, особенно эффективно восстанавливает и насыщает межпозвоночные диски. Каждую секунду позвоночник подвергается растяжению с закручиванием влево или вправо. Каждую секунду руки пользователя подвергаются подтягиванию назад и вверх с расправлением плечевого пояса и грудной клетки. За 15 минут около 1000 движений. Инерция грузов помогает выполнить эти движения. Выполнение этого упражнения исправляет осанку, и человек после занятия на жим-балансе испытывает меньшие нагрузки на позвоночник, что дает ему продолженный полезный эффект. Детям, регулярно занимающимся на жим-балансе, не грозит сколиоз. Они используют весь потенциал роста, заложенный генами, и вырастут выше своих родителей. Взрослые могут избавиться от остеохондроза, попутно убежав от инфаркта и инсульта. Занятие на жим-балансе под силу человеку любого роста, возраста, физического состояния. Жим-баланс может полностью заменить тренажерный зал. Можно протянуть, прокачать косые мышцы. Можно прокачать пресс, можно спину. Нагрузить бицепсы, трицепсы, разработать тазобедренные суставы в разных позициях. Внешние и внутренние мышцы бедра. Использовать как турник и брусья. Жим-баланс – это идеальный механизм для идеального упражнения по восстановлению позвоночника и исправлению осанки. В отличие от многих устройств по растяжению позвоночника, он не имеет противопоказаний. Напротив, позволяет избежать инфаркта и инсульта. Плюс тренажерный зал на все группы мышц. Попробовать жим-баланс в действии вы можете в торговом центре «До миллион», третий этаж, проспект Рыскулова, 143-Б. Телефоны 256-44-69, 398-68-98, 8-701-761-34-50.